или пробрасывание не успели сказать. А здесь первый бросок был заблокирован, но Грицук, приняв шайбу, на самом деле так вот подработал ее немножко одним движением. И вторым движением отправил ее верхом в направлении ворот. И там в неразберихе не сумел найти ее Паскуале. Ну и в результате, да, утопает в объятиях своих партнеров по команде.